Союз журналистов России обратился к немецкой ассоциации журналистов с призывом проявить профессиональную солидарность. Речь идет о вмешательстве правоохранительных органов Германии в процесс журналистского расследования. Напомню, что прокуратура Берлина начала предварительное разбирательство в отношении корреспондента нашего телеканала Ивана Благова. Именно он первым сообщил о 13-летней русскоязычной девочке Лизе. Ее родственники уверяют, что ребенка похитили и изнасиловали мигранты. Полиция Германии начала расследовать это дело только после шума, поднятого в прессе. Как говорится в сегодняшнем заявлении Союза журналистов России, любое преследование корреспондента, цитата, в связи с его профессиональной деятельностью, является грубым нарушением общепризнанных демократических прав.